Welcome to Movement Church Online. My name is Amber, and I will be your host today. Церковь движения существует для того, чтобы превращать моменты в движение. And if you want to know more about our church, you can check us out on Facebook and on YouTube. Мы хотим поблагодарить всех, кто смотрит нас и является нашим финансовым партнером. Мы хотим, чтобы вы знали, что церковь существует не только для вас, но и для ваших соседей, друзей и людей во всем мире. Разве не чудесно, что, несмотря на наши ошибки, Бог видит нас и призывает нас? Мы хотим поблагодарить всех, кто смотрит нас благодаря вашей щедрости. Мы можем делиться этим посланием надежды с людьми во всем мире. Я очень рад, что сегодня мы продолжаем серию проповедей по пятой главе Евангелия от Матфея. Для меня это уникальный опыт. Как уже говорил, я тщательно подхожу к подготовке серии проповедей, и мы планируем их за несколько месяцев. Но несколько недель назад я читал Матфея 5 главу и начал углубляться в эту тему, потому что хотел понять, что значит быть последователем, учитывая изменения в нашей культуре. И когда мы стали планировать, я думал, что это будет серия на 2 недели. Потом она превратилась в 3-недельную, а затем я вообще сдался. Возьмем, к примеру, сегодняшнее послание. Я планировал разобрать 3 или 4 стиха, но не смог закончить даже с одним. Надеюсь, вам нравится изучать эту главу вместе с нами. Я понимаю, что чтение какого-то отрывка долгое время может казаться монотонным, но в словах Иисуса столько глубины, поэтому я думаю, что стоит посидеть в этом подольше. Если помните, на прошлой неделе мы разбирали идею заповеди блаженства в стихах с 3 по 5. Мы говорили о пустоте последователя Христа, о том, что мы можем быть нищими в духе, а также можем скорбеть по нашим грехам. А еще мы говорили о кротости и подчинении Христу. Сегодня мы переходим к 6 стиху. Тут мы видим мысль о том, что за благословением пустоты идет голод и жажда по полноте праведности и полноте Бога в нашей жизни. Я знаю, что пасторы часто говорят такое, а я стараюсь не использовать клише. Но хочу сказать, что сегодня вас ожидает важный разговор, который поможет отделить пшеницу от плевел, а также тех, кто хотят видеть и переживать полноту Бога в своей жизни, от простых наблюдателей. Начнем с 6 стиха, и вначале прочитаем в переводе послание, потому что он мне очень понравился. Там сказано: «Вы благословлены, когда у вас развился хороший аппетит по Богу. Он — лучшая еда и питье, которые у вас когда-либо были». Тут представлена идея о том, что если мы разовьем аппетит для Бога, то он станет для нас лучшей пищей. Кто из вас когда-нибудь ел что-нибудь вкусное? Напишите мне в комментариях свое любимое блюдо. Я знаю, что для многих людей это торт. Когда у нас была годовщина, мы ели прекрасный стейк. А я обожаю стейки. Кто-то может написать: «Омар, помню один из лучших обедов в моей жизни в дорогущем ресторане «Рут Крайос». Нам подарили подарочный сертификат в этот ресторан. Там я понял, что такое еда на совершенно другом уровне. Но я не могу позволить себе пойти туда еще раз. Возможно, для вас лучшей едой было блюдо, которое вы ели с любимым человеком. Я бывал в ресторане «Карнавал», и там я пробовал аллигатора, верблюда и других диких животных из Африки. А может, ваше любимое место — это салатный бар, или же вы любите супы? А Библия говорит, что мы можем развить аппетит для Бога, и тогда мы будем понимать, что это лучшая еда, которая у нас когда-либо была или будет. Я понимаю, что странно сравнивать Бога с едой, поэтому я хочу перейти к другому переводу этого места, где сказано: «Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они будут наполнены». Голод я могу понять. Вы когда-нибудь были очень голодными? Несколько раз я постился. Однажды я даже постился 21 день. Не советую вам приближаться ко мне в это время. Библия говорит, что мы не должны рассказывать другим, что мы постимся. Я это скрываю, но иногда я в эти моменты так голоден и зол, что вам лучше быть подальше от меня. А вы быстро поймете, что со мной что-то не так. А все потому, что я очень голоден. Помню свой 3-недельный пост, я был так голоден. Конечно же, я много читал Библию и молился, но помню, как однажды проснулся в 3 часа ночи и стоял перед открытым холодильником.
Я просто глазел на еду и думал, я хочу что-нибудь, кроме воды. Я был так голоден, что мой желудок вывернулся наизнанку. Описание говорит, что мы с вами можем дойти до того, чтобы испытывать такой же голод по Богу. Один из моих любимых стихов — это 41-й Псалом, 2-й стих, где сказано, «Как жаждущий олень к воде стремится, так, Господи, к Тебе стремится душа моя». В одном из переводов сказано, что олень страстно желает воды, то есть олень настолько жаждет, что он готов рискнуть всем, чтобы попить. Обычно мы представляем себе оленя у красивого ручья, но на самом деле это олень посреди пустыни, посреди Израиля, и хотя он рискует погибнуть, если выйдет на открытую местность, он готов пойти на риск, потому что вода нужна ему очень-очень сильно. Писание говорит, если мы с вами жаждем Бога так же, то мы встретимся с Ним. То есть это нечто большее, чем просто говорить. Да, мне нравится церковь. Мне нравятся мои ощущения здесь и мурашки по коже. Мне нравится знания, какие я здесь получаю. Это означает говорить, «Бог, я хочу больше Тебя, мне нужно больше Тебя, я не хочу довольствоваться крошками, падающими со стола, от пастора или от плана по изучению Библии. Я желаю настоящей и глубокой пищи. Я желаю реальных моментов». А вы-то сами замечали, как легко жаждать чего-то неправильного? Я объездил весь мир, а однажды мне выпала честь взять с собой несколько молодых людей, которые сегодня являются успешными служителями полного времени. Мы сели в лодке на реке Амазонка и поплыли вверх по течению. И на берегах Амазонки мы простояли лагерем целых 15 дней. Это была невероятная поездка. Мы ходили из деревни в деревню, проповедуя Евангелие. Это было так круто. Однажды мы пришли в одну деревню и решили пообщаться с вождем того племени. Вождь был очень болен на тот момент. Он был в больнице, и из больницы его прислали домой умирать. Мы помолились за него, а он дал нам разрешение поговорить с жителями той деревни. И когда мы проповедовали, все пришли в сильный восторг. И я подумал, как же я классно проповедую здесь. Но они были в восторге не от моей проповеди, а от того, что вождь пришел на то место. Он прервал мою проповедь и сказал, то, о чем говорит этот человек, правда, потому что они помолились за меня, и теперь я исцелен. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше, чем за последние 6 недель. Все пришли в огромный восторг, и в тот день мы привели многих людей к Господу. Это было так сильно. Но в эту поездку мы не могли взять с собой много вещей. И у нас были палатки и небольшие рюкзаки, в которые помещались все наши вещи. И они должны были быть водонепроницаемыми. Мы не могли взять с собой много еды, но жители Амазонки были очень щедры к нам. Когда мы приходили к ним, чтобы послужить им, то жили у них сутки, и они кормили нас ужином. Часто это был суп. Они кипятили воду и кидали туда рыбу. Вместе с головой и глазами, ну, вообще-то, отвратительное зрелище. Есть было сложно, потому что вид у супа был ужасный. И все эти 15 дней мы ели такой вот суп и небольшие снеки, которые взяли с собой. Помню, как в конце поездки наш переводчик сказал, «Сегодня вы будете в моей деревне, и я вас накормлю». Мы пришли в его деревню, и там нас накормили курицей. О, я был так рад. Когда мы увидели куриц, мы были так рады. О, сегодня нас нормально покормят. Это будет не рыбный суп, а не какие-то внутренности, а птица. Я был в восторге. Но потом мы узнали, что нас ждет свежайший куриный суп, в котором плавала курица целиком, со всеми внутренностями, с головой и клювом. И я был так разочарован. Потом мы сели в самолет и прилетели из Колумбии в Нью-Йорк.
Мы так сильно хотели настоящей еды, что в 9:30 мы пошли в Бургер Кинг, и все заказали бургеры с беконом. Это были двойные бургеры с беконом. Мы так хотели нормальной еды, что нам показалось, что бургеры — это именно то, потому что это максимальная порция мяса, которую можно раздобыть в 9 часов утра. И вот мы наелись, и наш выбор был неверным. Нам предстоял перелет из Нью-Йорка в Атланту, и это был ужасный перелет. После двух недель супа съесть огромный бургер с беконом, но мы так изголодались, поэтому в реальной жизни мы тоже можем изголодаться почему-то, причем неправильному. Мы можем изголодаться, скажем, по власти, а еще мы можем изголодаться по влиянию. Я хочу быть умнее всех. Я хочу стать инфлюенсером в Инстаграме. Также мы можем изголодаться по уважению от других людей или по поддельной радости. Итак, если у меня будет много игрушек, много свободного времени и много денег, то у меня будет радость. И такого рода голод может приводить нас в сумасшедшие места. Некоторые люди желают секса, другие желают наркотиков. Все чего-то очень сильно хотят и не могут остановиться на этом. Но все эти вещи никогда не принесут нам удовлетворения. Тут бургер сперва казался таким хорошим, но он не удовлетворил мой голод, а сказался на моем здоровье. Когда мы изголодались почему-то неправильному, это может принести нам радость на какое-то недолгое время, но в итоге мы будем жаждать еще больше. Об этом как-то писал даже Клайв Льюис. Он сравнивает это с ребенком, сидящим на краю океана и играющим в песок. И хотя это прекрасное место, но ребенок понимает, что в море, которое всего в шаге от него, все намного интереснее. Клайв Льюис говорит о том, как мы жаждем тех вещей, которые могут удовлетворить нас, но при этом мы можем упустить всю ту красоту, которую Бог приготовил для нас. Мы можем зациклиться только лишь на песке, не понимая, что прямо перед нами целое море красоты. Иисус сказал, что мы будем по-настоящему удовлетворены лишь только тогда, когда жаждем праведности. Но что же означает слово «праведность»? Вы должны понимать, что здесь Иисус обращается к толпе, которая видела, как религиозные лидеры следуют ветхозаветным законам и постановлениям, прямо как сумасшедшие. Те люди имели форму праведности, потому что они желали выглядеть праведными в глазах других людей. Помните, Бог дал людям основные 10 заповедей, а люди добавили к ним более 300 постановлений. Я уже рассказывал, что одно из смешных постановлений, чтобы доказать свою праведность, это запрет передвигать даже стул в субботу. Если вы сдвинете стул с места, то это поднимет пыль, и это приравнивается к пахоте, а это, в свою очередь, означает, что вы работали в субботу. Только представьте себе, они взяли идею о соблюдении субботы и добавили к ней столько всего непонятного и ненужного. Они делали все это, чтобы создать впечатление, что они праведны и святы.
И вот Иисус обращается к этой толпе, которая столько лет провела под религиозным угнетением, к людям, которые совершали праведные действия, чтобы выглядеть праведными. И здесь Иисус не говорит о том, что мы должны жаждать того, чтобы выглядеть хорошими в глазах людей. Это может быть большим искушением, или же может появиться искушение рассказывать о своем посте или о своей высокоморальной жизни. «Посмотрите на меня! Я вот не пью и не курю, и не общаюсь с теми, кто это делает». Мы можем настолько выступать против чего-то, что никто и не знает, за что вообще мы? Мы можем настолько зациклиться на своей самоправедности, что нам может казаться, что мы выглядим круто, и мы думаем, что люди тянутся к нам из-за наших ценностей и из-за того, что мы считаем правильным. Мы занимаемся показухой, даем деньги на благотворительность, ходим в церковь 3 раза в неделю не потому, что любим Бога, а потому что, ну, так у нас заведено. Но вот в чем истина, и я хочу, чтобы вы ее услышали. Никто из нас не может достичь праведности своими силами. Слышите? Никто, ни я, ни вы, ни самый святой человек, которого вы знаете, ни мать Тереза, ни Билли Грэм, ни кто-либо еще не способен достичь праведности своими силами. А вот о чем здесь говорит Иисус. Он не призывает нас жаждать праведности, сделанной людьми, которые вы можете достичь сами. Он говорит о праведности, которая приходит только из одного места — от Иисуса. Это очень важная мысль, потому что до этого момента праведность достигалась исполнением закона. Но Иисус выступает против этой системы и говорит: «Нет, дело не в том, как вы живете. Праведность — это не исполнение морального кодекса. Она никак не связана с вашими соцсетями или политическими силами. Праведность — это подчинение наших жизней Иисусу. Праведность — это прийти к Богу, так как мы читали в первых 3 заповедях блаженства, то есть говорить: «Я сломан, и во мне самом нет ничего праведного». Но ты, Иисус, ответ на все это. Ты есть ответ. И когда мы говорим: «Я нищий духом, я кроткий, я понимаю, что во мне нет того, что нужно, чтобы быть праведным, я никак не могу достичь этого сам, но вместо этого я жажду тебя, мой Бог». Если мы жаждем Иисуса, то мы будем наполнены Иисусом, и Он придет к нам на наш уровень. Это очень важная истина. Она отделяет религию от тех, кто влюблен в Иисуса. Она отделяет актеров от делателей. Она отделяет тех, кто зациклен на делах, от тех, кто зациклен на близости. Я не призван быть праведным с помощью моего высокоморального поведения. О, нет. Я призван быть тем, кто все больше влюбляется в Иисуса и жаждет Его больше и больше. А когда я жажду Его еще больше, Он двигается в моей жизни и помогает мне жить так, как Ему нравится. Я проповедую здесь не моральное христианство, а Иисуса. Если со мной что-то не так, то Иисус поможет мне с этим разобраться. На личном опыте я понял, когда я жажду Иисуса, Он начинает разбираться с проблемами в моей жизни. Он разбирается с грехами, с мышлением, и когда я жажду Его, то мне проще приходить в согласие с Его волей. Я каюсь в своих грехах и промахах и прошу Бога: наполни меня собой еще больше. Во мне нет ничего ценного, но Ты, Бог, делаешь меня тем, кто я есть.
Если у вас еще нет отношений с Иисусом, то Он может встретить вас прямо там, где вы сейчас. Просто скажите Ему: «Боже, я жажду Тебя». А если вы уже знаете Иисуса, то я призываю вас бороться с мыслью о том, что ваша духовность или моральность могут наполнить вас. Прежде всего, мы должны жаждать Христа, потому что тогда Он изольет Себя на нас. Я хочу сказать вам, что Бог приготовил для нас так много всего. Но для этого мы должны тянуться к Нему, мы должны тянуться, жаждать Его. Но есть искушение заглушить эту жажду. Я не буду удовлетворять этот голод или жажду, а просто заглушу их. Это то же самое, что съесть бургер вместо того, чтобы дождаться хорошей еды. К сожалению, мы поступаем так слишком часто. А как же это происходит, когда мы соглашаемся на плотские вещи, которые отвлекают нас? Возможно, это пролистывание страниц в Фейсбуке много часов подряд. Возможно, это наша работа над собой и над нашей самоправедностью, я не знаю. Возможно, это 6 часов, потраченные на очередное тупое шоу на Netflix. Мы научились заглушать себя, но я хочу бросить вам вызов. Бог желает настоящих отношений с вами. Бог хочет встретиться с вами по-настоящему. Я прошу вас сказать Ему на это «да». Примите решение, я скажу этому «да». И позволю голоду по Богу подняться в моей жизни. Если вы чувствуете сейчас Божие прикосновение, решите пойти Ему навстречу. Возможно, вы сидите сейчас на диване, лежите в кровати или сидите за столом и чувствуете внутри какое-то побуждение. Бог побуждает вас провести с Ним какое-то время. И как бы ни было сложно, я просто выключу телевизор, отложу в сторону телефон и начну читать Слово Божие. Я поднимусь с кровати, включу прославление и проведу время с Богом в поклонении. Если вы будете послушны этому внутреннему желанию, то я вам обещаю, что ваши отношения станут глубже, чем когда-либо, или просто начнутся. Мир изменится не потому, что мы найдем какую-то политическую силу, которая согласна с нашими моральными взглядами или теологией. Мы не изменим мир протестами, хотя у нас должно быть право протестовать. Мы изменим мир, если будем тянуться к Иисусу. Вот что меня определяет. И я жажду не силы, не власти и не влияния, а больше Христа в моей жизни. Я выбираю ходить в послушании тому, к чему Он меня призвал сегодня. Я молюсь о том, чтобы Бог начал двигаться в вашей жизни так, как Он давно уже не двигался. Неважно, вы новый последователь Христа или следуете за Ним уже много лет, я молюсь, чтобы на этой неделе вы ощутили Его больше, чем когда-либо. Я также молюсь, чтобы вы почувствовали побуждение Святого Духа и прислушались к Нему. Не игнорируйте это. Не делайте лишь то, что вам удобно. Но позвольте этому дискомфорту подталкивать вас к Богу. Ну а также я молюсь, чтобы Бог поднял внутри вас голод по Нему, и чтобы это изменило вас. Ну а если вы еще не последователь Христа, но прослушали это послание, то я призываю вас выбрать Иисуса. Он обращается к вам прямо сейчас. Найдите секунду и скажите Ему: «Бог, Ты нужен мне. Я слышу то, чего раньше никогда не слышал. Покажи мне, что Ты реальный. Я выбираю Тебя».
и подчиняю мою жизнь Тебе сегодня. Я вам обещаю, если вы это сделаете, то Бог услышит и ответит вам, и мы, как церковь, будем рады вам помочь. Для этого просто напишите в комментариях «Я выбираю Иисуса». Так мы узнаем о вашем решении и будем рады послужить вам. Мы хотим дать вам литературу о том, что значит быть последователем Христа, а также рассказать вам о наших прекрасных учебных материалах, которые помогут вам познавать Христа. А также я приглашаю вас присоединиться к одной из наших онлайн-домашних групп. Если вы смотрите нас в прямом эфире, то можете сделать это прямо сейчас, нажав на соответствующую кнопку на нашем сайте. Сделайте это, потому что так вы познакомитесь с другими христианами и узнаете, что значит быть последователем Христа. А если вы уже последователь, то слава Богу, тянитесь к Иисусу, пожалуйста. Я призываю вас быть алчущими и жаждущими по праведности, потому что вы будете наполнены. Не соглашайтесь на что-то, кроме лучшего. Пожалуйста, не отвлекайтесь на все подряд, а испытывайте полноту Бога Отца, Бога Христа, Бога Святого Духа уже сегодня. Будьте благословенны. Несмотря на наши ошибки, Бог видит нас и призывает нас. Он определяет, кто мы. Мы хотим поблагодарить тех, кто поддерживает нас.